Правильно питаться, соблюдать режим дня и заниматься спортом. В инновационном культурном центре прошла интерактивная лекция о здоровом образе жизни. Слушателями стали воспитанники летнего лагеря. Урок в игровой форме для них провел действующий чемпион мира по боевым искусствам. Тренажеры, тренировки? Да! Свекла, помидоры, морковка? Да! Что нужно для поддержания здорового образа жизни, школьников спрашивает Роман Абдулаев, руководитель спортивного клуба «Сила». Интерактивное занятие проходит по мотивам сказки «Цветик-семицветик». Дети должны собрать все лепестки, чтобы узнать, из чего складывается здоровье человека. Юных участников разделили на две команды. Соревнуясь друг с другом, они узнают все о режиме, физкультуре, гигиене и правильном питании. Такую встречу устроила общественная организация «Первоуральск. Город чемпионов», работающая при поддержке Первоуральского новотрубного завода ТМК. Организаторы говорят, выявлять победителей не стремились. Главная цель встречи – донести до подрастающего поколения важную информацию. Дети были очень активны, очень принимали участие поочередно, то есть решали все задачи, поставленные, которые были им. Это очень важно для детей, особенно если эти лекции проводит известный титулованный спортсмен, так как это добавляет стимула детям к занятию физической культурой и спортом, ну и вести здоровый образ жизни в целом.